Здравствуйте, уважаемые мои подписчики, мои зрители, все, кто меня смотрит. Сегодня мы, значит, у нас... Какое сегодня число? 17 декабря 22 года. И снова мы на берегу реки Малая Кокшага. Это в центре города. Это, значит, центральная набережная. Вот, и мы опять посмотрим, что у нас творится на, значит, на льду, на попадленному лову, что у нас, какие новости. Ну, новости, а посмотрим, просто я поснимаю людей, которые находятся на рыбалке. Сколько рыбаков. Вот, первый рыбачок, значит, есть. Вот, что-то он там меряет глубину, сейчас посмотрим. Вот. А, значит, у него стоят жерлички. Вот видите, дальше жерлички стоят. Там раз, два, три, четыре. Вот несколько жерличек стоит. Вот. Ну, в основном, я смотрю, сегодня тоже занимаются все, значит, ловлей щуки на жерлице. Вот. И давайте дальше посмотрим. Там у берега, на той стороне, тоже вот есть, значит, вот. Сейчас посмотрим. Вот тоже рыбачки стоят, тоже, значит, жерлицы ловят. Ну, вообще-то пока, видимо, подъемов нет, так как просто стоят. Вот еще тут один рыбачок стоит. Вот. Вот. У них, значит, туда вот дальше стоят жерлички. Вот здесь вот. Это, значит... Ну, в основном рыбалка идет на щуку. Давайте еще посмотрим дальше. Вот в ту сторону. Вот, смотрите, здесь. Но вот этот, по-моему, значит, рыбак, он рыбачит. Типа на окуня, наверное. Вообще-то жерлиц я у него не вижу. Либо на бель. Вот. Но не видно, чтоб он что-то ловил. Просто сидит. Вот, и еще сейчас мы, значит, вот так вот. Там тоже еще один рыбак есть. Вот он там, под мостом. Сейчас посмотрим. Ну, у нас погода такая, значит, не очень. Ну, вроде как, минус 5 градусов, но прохладненько. Ветра нет, но влажность, видимо, большая. Вот. Тоже рыбак. Вот. Может быть, тоже жерлицами. Давайте еще снимем, наверное, набережную. Вот смотрите, как красиво. Сейчас я вам покажу. Это собор у нас. Солнышко. Правда, как вам сказать, оно в этом, в дымке. Вот. Сейчас мы... Ну вот, такие у нас дела сегодня на льду реки Малая Кокшага. Да, жерлицы не срабатывают, хвостки не загораются, клев не очень. Так, вот что-то он пошел.
перешел на другую лунку. Так, ну вот этот рыбак, по-моему, ловит окуня на блесну. Ну, поклевок я не вижу пока. Может быть, что-то поймает. Посмотрим. Да, рыбаки ходят. Пока клев не очень хороший. Вот. Но и щука не клюет. Ну что? Еще раз видок. Интересно, что интересно. А рыбак в красной куртке что-то перекладывает. Я не понял, может и рыбу, но сейчас я не вижу, но посмотрим. Вот. А это еще, значит, у нас шум такой интересный. Это мост чистят от льда. Вот рыбак переходит на другое место. Еще посмотрим, что он здесь может быть, что у него клюнет. Ну, вроде тоже поклевок нет. Ну ладно, до свидания. До следующей встречи. Пока. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр.